А в столице республики увековечили память почетного гражданина Якутии Ивана Ивановича Подойницына. У дома номер 29 по проспекту Ленина открыли мемориальную доску в память о легендарном директоре Русского театра имени Пушкина. За свою жизнь он был удостоен звания отличника культуры Советского Союза, заслуженного работника народного хозяйства Якутии, был дважды почетным гражданином города и республики. Подойницын внес большой вклад в развитие культуры в республике. Больше 20 лет проработал директором Русского драмтеатра и добился присвоения ему имени Александра Сергеевича Пушкина. В этом доме мы прожили нашей семьей 16 лет. Кто-то скажет долгих 16 лет, кто-то скажет недолгих, но главное счастливых. Здесь, сюда, вот в эту квартиру, вот там на третьем этаже приходили художники, поэты, драматурги, политики, ну и, конечно, артисты Русского драматического театра имени Пушкина и якутских театров. Здесь мы обсуждали все вместе спектакли и вообще просто говорили о жизни, о чем-то личном.